Мы решили показать вам один день жизни обычного ученика. Так хочется по утрам не поспать подольше, но в 7 утра звонит мой проклятый будильник. Надо вставать, но я 5 минут валяюсь. Но будет отец с ремнем, и я поднимаюсь. Вы слышите, что это я поднимаюсь? В принципе, мог бы с отцом я и поспорить. Но он КМС-боксер и бьет как надо. Ну еще говорят, полезно вставать рано. Мама мне положила кашу, но я не хочу эту овсяную кашу. Но мне придется съесть с удовольствием эту кашу, ведь мама КМС боксер и бьет как надо. Проблемы мне не нужны совсем. Зачем это? Проблемы в семье, зачем это? Лучше уж я свалю потихоньку в школу, чем добираться сюда на пенсионе. Вот я сижу в школе на ОБЖ, сижу в химзащите и газе. Просто учитель сказал команду газы и выстрелил в воздух газовым пистолетом. Проблемы нам не нужны совсем. Зачем? Проблемы в школе, зачем? Мы ОБЖшника любим и уважаем, ведь он КМС-боксер и бьет как надо. Команда